Всем привет! Сегодня приготовим вкусное блюдо из фарша под сырной шапочкой в духовке. Готовлю его вместо котлет для повседневного меню или на праздник. Рецепт несложный, получается вкусно и сытно. Первым делом картофель нарезаем тонкими кружками и перекладываем в миску. Добавляем сюда соль, паприку, черный молотый перец и поливаем растительным маслом. Все перемешиваем и пока отставляем в сторону. Берем мясной фарш, добавляем в него измельченную луковицу с чесноком и трем на мелкой терке одну картофелину. Разбиваем одно яйцо, солим, перчим, добавляем любимые специи. Все хорошенько перемешиваем. Луковицу и помидоры нарезаем кружочками. Противень застилаем пергаментной бумагой и смазываем растительным маслом. Из фарша формируем шарики, выкладываем на противень. Затем с помощью ложки приплюскиваем, чтобы получились лепешки. Можно дополнительно смазать кетчупом или сметаной. Сверху выкладываем кольца лука, поверх кружки помидора и картофеля. Как все готово, ставим в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут. Тем временем натираем сыр на средней или мелкой терке. Добавляем несколько столовых ложек майонеза и пропускаем через пресс пару зубчиков чеснока. Перемешиваем и, когда достали противень из духовки, эту сырную массу выкладываем поверх картошки. Снова ставим в духовку еще минут на 15, ориентируйтесь по своей технике. Пахнет невероятно вкусно. Подаем с пылу с жару на стол. Получаются очень вкусные. Кому был полезен рецепт, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Всем приятного аппетита и до скорых встреч!